да. А, и кому туда, для людей? Нельзя? Нет. Алло, Ксюш, а это может? Четверо. Не, пока не видно. Вон горит. Активно. Вообще жесть. Блять, кричит, люди горят. Торговый центр горит. Ну вот и там, короче, самый третий этаж там. Детский развлекательный центр. Там игровые автоматы, там всякие аттракционы. Да. Нет, нет, какой актовый зал? А вы для чего сюда прошли? Мы ведем трансляцию. Сюда проходите в актовый зал. Чем не актовый зал? В актовый зал. Вы в актовый зал. Человек успели. Что он тут Путин вообще? Политика? О чем он? Что по рации передайте, там же вот на вышке же кричат, пусть отодвинут их, жарят что ли там. Вы что не передадите-то? У нас не наша эта связь, понимаете? Да туда же можно, вы же полицейский, перепрыгните через забор или что-нибудь, кого-нибудь найдите, там где люди-то вообще? Вы что смотрите? Вообще без понятия. Наконец. Все, господа, заходим.
Нет, с ним все нормально. Там неизвестно, сколько людей еще внутри.